Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Домашний талисман богатства. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Каждый мечтает о денежном достатке, ведь от этого зависит и жизнь, и благополучие всей семьи. После новолуния особенно актуальны становятся ритуалы денежной магии, направленные на рост доходов и избежание любых денежных проблем. В эти дни очень хорошо проводить практики, помогающие повышению заработной платы и привлечению денежной удачи в дом. Среди них есть такие, которые может провести абсолютно каждый из вас. Ведь для них не требуется обладать особенными знаниями и умениями. Сегодня хочу поделиться с вами практикой, которая поможет наполнить ваш дом денежным благополучием. К ней относятся много факторов, которые влияют на то, чтобы в семье и доме всегда было достаточно денег для счастливой наполненной жизни. Этот ритуал называется «денежная бутылка». Для этого после наступления нового лунного месяца, в первые его дни, нужно найти бутылку с широким горлом. Это может быть какой-то сосуд, либо кувшин из прозрачного стекла. Также заранее позаботьтесь о том, чтобы купить несколько свежих апельсинов. Их нужно будет очистить. Мякоть съесть, а корочки промыть, нарезать полосочками и просушить до полного высыхания. Также будет нужна специя гвоздика, корица, палочки, несколько листочков базилика, а также любая крупа. Можно взять, допустим, пшено, пшеницу, рис, горох. Итак, в первые дни новой луны дождитесь вечера. Разложите на столе все эти продукты. Также положите рядом свой кошелек и, конечно, свою денежную бутылку. Поочередно опускайте в бутылку все подготовленные ингредиенты. После каждого из них опускайте в горлышко монеты своего кошелька. Очень хорошо опустить в свой талисман еще и бумажные купюры. Чем больше достоинства, тем лучше. Далее, когда ваша бутылка будет уже наполнена, нужно сказать такие слова. Многократно прибыль моя расти, дом от нужды храни, по пустякам не утекай, бесконечно пребывай. Говорим один раз. Далее с этими словами нужно закупорить бутылку, потрясти и убрать тайный угол своей кухни. Каждое новолуние нужно вновь открывать талисман и дополнять его монетами. С этого дня в вашем доме всегда будет денежно и благополучно.